Сторонник сохранения Британии в Евросоюзе, лондонский юрист, подал иск в суд об отмене Брекзита. Заявление Джулиана Моэма рассмотрит высокий суд Дублина. Для запуска процесса адвокаты и его сторонники за 48 часов собрали почти 70 тысяч фунтов стерлингов. Истцами по делу выступают несколько британских политиков, их имена не разглашаются. Однако юристы и правительство Великобритании заявляют, что однажды начавшийся процесс Brexit нельзя отменить. Таковы правила. В свою очередь, премьер-министр королевства Тереза Мэй объявила, что процедура выхода из ЕС будет запущена до конца марта этого года. На референдуме летом 2016-го за Brexit проголосовали почти 52% населения Великобритании. Жители Шотландии и Северной Ирландии высказались за сохранение членства.